В субботнее праздничное утро две ивановские семьи решили провести не на даче и не на речке, а в городском детском парке, соревнуясь в знаниях ПДД. Конкурс, который организовали сотрудники дорожной полиции, носит символическое название «Семья за безопасное движение». Сегодня в день защиты детей, и одним из аспектов для нас тоже является защита ребенка на дороге. И, как мы знаем, очень многое у нас идет из семьи. То есть, например, если ребенок знает правила дорожного движения, но в его семье не принято их соблюдать, то он тоже их будет нарушать. Поэтому мы пропагандируем, пропагандируем соблюдение правил именно через такую семейную ценность, что эта ценность, ее нужно прививать с самого раннего детства. Конкурсов несколько – теоретические, практические и творческие. Даже домашнее задание было – нарисовать плакаты, придумать слоган про правила дорожного движения. Соблюдая ПДД, дружим мы с ГИБДД. Дружить нужно не только с ГИБДД, но и с правилами. Теоретический конкурс самый сложный. Сотрудники дорожной полиции признаются, что сами за 150 отведенных секунд с тестом справляются с трудом. Так, движение разрешено, движение запрещено. Он показывает остановиться, движение запрещено. Второй. Угу. На спортивном практическом этапе честь семьи отстаивал Сергей Колышков. Прохожие изображают пешеходов. Сам Сергей маневрирует на перекрестках, умело созданных сотрудниками ГИБДД. Ну, мы во многих конкурсах участвовали, нам это нравится. Нам лучше всего дается фигурное вождение, потому что мы часто ездим на велосипедах дома. Во-первых, это прекрасный день, день защиты детей. Тем более сегодня такое мероприятие. Правила дорожного движения. И мне бы самой очень хотелось вспомнить правила дорожного движения и ребенка поучить. На участие в конкурсе подали заявки 7 семей, а пришли только 2. И не пожалели. Родители считают, что такие праздники могут объединить семью и научить детей уверенно и правильно вести себя на дороге. Мария Авдеева, Олег Милюхин, РТВ Иваново.